Прощаем, прощаем, Black Dragon, прощаем. В общем, ребя, здравствуйте, еще раз здравствуйте. Сейчас часик, мне нужен часик, где моя Натаха? Мы дождемся сейчас Натаху, я думаю, и будем, ага, Натаха здесь. Да, собственно, здравствуйте. По поводу фильма я ответила. На Nightmare сейчас глянем. Black Dragon, здравствуйте. Да, Doom 4, он так и называется, Doom 4. Anyway, где мой редактор? Здрасте. Ой, мать. Я... Фак. Ну, типа, здрасте. Похеру. Я думаю, вы привыкли уже ко всем моим странным прическам, поэтому... Anyway, я практически не слышу игру, потому что очень тихо здесь у нее все. Очень тихо у нее все. Мне нужен этот самый. Это хрень. Так, Наташа есть, все есть. Квирин переживает про наши фильмы. На еще не. Ну вот только начинаем, Квариан. Только-только. Только если устанавливаю часик. Сейчас позырим. Так, компания, собственно. Сделай мне бой. Какие новые ячейки. А, параметры. Спасибо. Параметры. Сложность. Мне рано умирать, сделай мне больно, ультражестокость. Музыку погромче сейчас. Подожди. Все стоит на максималке. Сейчас я вот здесь выкручу себе погромче. Посмотрим, как. Ну, короче, вы будете мне говорить, что там, как. Тоже переживаешь за... У меня здесь для вас уникальное предложение. Чуваки. Отрицательно сказаться. Я и так уверена, что все тут отрицательно сказывается на производительности. Уверена. Если будет вылагивать... Пожалуйста, разговаривайте со мной, потому что мне надо знать, будет прилагать, потому что у меня есть подозрение, что комп может не очень вытянуть эту игру и стрим одновременно. Музыку писал Майк Гордон, если что. Да, бог и гений. Бог и гений музлишка. Что это? Положение оружия из класниц. Спасибо, я не уверена. Стандартный процент. Стандартная сложность. Либо стандарт, либо ультражестокость. Чё мы хотим? Не рано умирать. Я сейчас не запарюсь. Я приду. Я не запарюсь. Я прям этим займусь сейчас. Насколько я знаю, он идет под названием Doom 4. Но сейчас позырим. Doom, вижу. Все, обновить информацию. Спасибо. Спасибо. Можно, конечно, ребутнуть, но я думаю, так будет. Поменялось под этим, под оповещал, не оповещалка. Ну давайте сделайте. Мне рано, тебе рано умирать. Это слишком легко. А что с фильмами? Нет, ну с фильмами там же Квирин спрашивал, типа, как это так, а что ж мы фильм смотреть не будем? Будем. Давай ультра. Не должно лагать в этой версии. Нет, новая. Ибо кодексы, кодексом. Понятно. Ой, короче. В процессе нельзя будет сменить, да?
Да, и были прически. Квирин, можешь идти смотреть фильмы. Все. Ты с нами фильмы не смотришь, ты что переживаешь? Задолбали все. Так, мышь клавиатура, звук видео, тра-та-та, видео, бла-бла, все понятно. Ну, давайте попробуем на ультра, а там посмотрим, что как. Будет ли совсем адово больно. В равной мере сосредоточенность, агрессивность и бесстрашие. Вот бесстрашие, у нас тут проблемки с бесстрашием. Вот. Смотрите, как клево меняется этот самый картиночка. О-о-о! Ладно, сделай мне больно, в общем. Все, игра сменилась, окей. Ты задум, я вижу, как ты задум. Привет, привет, Сип. Они сама ярость. Жестокие. Да ладно, на русском. Страшные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, я на английском. Пока не уничтожишь всех. Я видно на английском, там супер сочно все это произносится. Пока только начинаем думать. Да. Окей. Окей. Тут из-за конета, да? Никто не видит русского. А, ладно. No. Окей. По умолчанию он бегает. Если не бегать, то он не бегает. Окей, ладно. Ну, вообще, большая ошибка, я знаю. Да, поэтому я бы на самом деле ребутнула. Я не могу найти... Здесь нету нигде русского языка. Ну, в смысле, я не вижу нигде переключения. Я не вижу нигде переключения языка. Может быть, это нужно в параметрах. Сейчас, подождите. Я найду параметры сначала игры. Проверю, что это там делается. А, да, вот он, language selector. Врубаем. Сейчас, может быть, чисто. Серию шутанов. Серию шутанов. Я не уверена, что это серия шутанов прям. Ну, ладно. Ну, мне же хотела кого-нибудь. Видно вам беседовый этот шоу, да. Ты бы оставил на русском. Ну, на русском-то оно прекрасно, если бы субтитры были на русском, а текст на английском, потому что, опять же, они же рассчитывали как-то. Малышка.
Они же рассчитывали, что определенным образом произноситься это все должно, эмоция определенная. Потому что там, я уверена, вот это вот, ну ты, тварь, похуже! Вот это вот все. Марафон Дума реверсивный, да? С четверки обратно. Iron Maiden? Что за? Трушутан! Как было во времена, когда мы играли в борду. Нам на русском не... Нам... Нас прекрасно все устраивает на русском, если... Блин, грузится она, конечно, этого. Если это субтитры на русском. Потому что, опять же, ну, игру хочется воспринимать так, как она была задумана. А если она изначально английской командой делалась, в смысле, вы поняли, то определенным образом все задумывалось. Все интонации. Интонации же важны. Голос. Они же тоже голос-то выбирали. Они же не первого попавшегося на улицу взяли. Games. Collectible settings. Вот теперь settings. Собственно, субтитры у нас есть, но опять же нет возможности поставить то на английском, это на русском. I know. Rendering mode. Короче, если что, я буду орать ОМГ, я ничего не понимаю, что делать, куда бежать. Continue game. Еще один. Ну, потому что, опять же, оно звучит все сочно. Чаще всего у русскоязычных, ну, не то. Все равно не то. Как бы, бывает охеренно, но... Так, а без изначально как сочно? А как? Вот так. А нельзя, да? Хрена два! Да, бывают моменты, где оригинал лучше, а бывают и... А? Очень интересно. А бывают игры, в которых оригинал, ну, в смысле, русский вариант, он тоже вполне себе пресс кого? Русскую У. Вот это сейчас было отлично. Это очень неудобно. Open the doors, please. We have to contain this. Момент ломают. Ну и в жопу тогда. We have to. Ног у нас нету. Нету ножек, как обычно. Ля-ля. Чё? Погнали! Это неудобно. Я, по-моему, даже в детстве не играла в Doom. Кстати. Запускали в английском. Да что такое?! Буду искать русские буквы, чё уж, ладно. В следующий раз буду иметь в виду. Музлишка. Я здесь ради музыки. Всё. Cannot determine the cause of the demonic invasion. Ты уверена? Точно? Точно? Welcome. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Find the site 03 exit. Find the blah 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 blah. Я не хочу туда идти, мне страшно. Музыка вообще годнейшая. Так, я самая страшная... Чё? Пресс А. F. То есть F. Glory kill! Go!
подойдет. Так, лут. Меня интересует лут. В данном конкретном случае. Здесь их нет. Что это? Что это? Нарабаш! Сидим, чилим, слушаем музыку. Ну да, а что еще? Камбар, шалбан. Камон. Обязательно? Это обязательно? Demonic presence can not save lives. Lockdown in effect. Fuck you, bitch. Open the... No? Open the doors, please. Destroy! Destroy! Destroy, destroy the gore nest. Which is this one? No. Это моды. Так. Я была во Вьетнаме, там немного зеленее, чем в этих флэшбэках, лол. Окей. Как я могу быстро переключать? Отстаньте, пожалуйста. Ну вот да, брутальная голосина, она в узком это... Так, го! Баг! Сучий потрох! Стоять! Стоять, иди сюда. Вика на клавиатуре. Doom RPG. До хрена секреток. Ползай внимательно. Я поняла. 100%. Классические уровни. Что это значит? Я не знаю, что это. Одна из первых моих серьезных игр. Я в детстве играла в Кваку. Не в Doom, а в Кваку. Короче, да. Ваша задача подсказывать. Как у нас написано в описании? Код красный, чуваки. Код красный, алярма халп. Вот это вот все. Потому что надо найти все. Им нужно... Да подожди ты! Нужно найти все лутинки, все... Я не знаю, что это зеленое. Я думаю, что я разберусь по ходу дела. Мотать головой. Этого у меня на максимум. Это бесконечный комик. Окей, well, let's go. А что тут с сейвом? Авто? Здравствуйте. В смысле? Кто-то не выживает! Квак Тим Арена была и хорошо, да.
Гитман на геймпаде. Я не знаю просто как. Мне кажется, есть два типа людей. Те, кто хорошо играет на геймпаде в шутеры, и те, кто плохо. Я третий тип, который отвратительный. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gone out of hand now, yes. But it was worth the risk. I assure you. Обмазываться! Джин-джин было! Господи, очень нравится, очень просто очень нравится. Фу, ща я посчитаю. Да, в этом самом есть настройки геймпада, контроллера, поэтому... Тайминг! По поводу РПГ я вспомнила, что Григорович собирался делать стратегию, подумал, проект свернули, потому что им пригрозили. Да, может, поняли, что концепт вообще не игровой. Сейчас только и вышивание стоят, сидишь, только и думслееры, вышивашки. Очень усердные, упорные и адовые вышивашки будут. Try not to headbang. Да! Да! Мне кажется, что мне не хватало Дума. Спасибо, Наташа. Наташа пошла, сказала, а может, Дум? Спасибо, Наташа. Просто идеально. Просто идеально. Просто. Вот эту бум-бум я сделаю клип especially for me. А чё как с fall damage? Dossier. Press tap to access tra-ta-ta aftermap. Ra-ta-ta, okay. Oh, well, hello there. Challengeable. Окей, ну. А, exploration, секретки. Weapon upgrade points. Enemy skill. А, есть вопрос. Ноль стоит. Окей, я поняла. Есть вопрос. В зависимости от того, сколько врагов я убиваю одним определенным видом оружия, оно... качается, не качается. Так, вот это патроны от дробаша. А это патроны трех только. Ладно, важно. Praetor Suit Token. Понято. Перейдешь рано или поздно в сторону Метола от своих медленных страдальческих... Я вообще-то... Я на обеих сторонах. Я на обеих сторонах, между прочим. Да, мы сегодня с Наташей очень сильно хихикали, когда поняли, что мы прям дождались, когда у тебя киберхиппи закончился отпуск. Next upgrade. Ладно, я думаю, мне скажут, когда у меня эта хрень появилась. Так, это database. Давайте мы все проклассаем, потому что я не люблю, когда у меня вот здесь эти все possessed. 50 штуки. Так, anyway, я думаю, разберемся по ходу дела. Если что, я буду вынужден. Мне недостаточно быстро. Мне недостаточно быстро. Я хочу бежать быстрее, а он... Ты нажимаешь на тап, а он, вернее, на shift, а он идет. Так, это что? Это патроны. Это, как говорится, shells. Codex entry. Жопа, codex entry. Из Милан тоже дожидались. Не успела сделать ничего. Скиллов качается.
Не с нами, не правда. You can do that. Так, меньше болтовни от Викуля, потому что теряется. Так. А падение с. Вернее, убийство с падения. Здесь нет такой штуки, да? Совершенно не специально. Фоб — это что? Заговор, рептилоиды, анунаки! Блин. Ой, мимо. Боже, убивать надо, да? Пошел нахер. Стоять! I see you! Нет, I don't. Обычный понедельник. Я тебя вижу там. Где? Стоять. Куда? А вы жирные ребята. Так, ввиду того, что я собираюсь орать, мне нужно, чтобы вы сказали, насколько тихо музлишка. Fuck you, that's why! А здесь есть ачивка за попадание в промежность? Вряд ли она есть. Доступно. Hey, кто так пойдет? Здравствуйте. Я вас не вижу. Если бы я вас видела, я бы дала вам по щам. Но ввиду того, что стоять! Ввиду того, что я вижу, все норм. Я прозрела! Я вижу! На! Мимо. Попала. Эть! А! Коты, ай, коты. Не, дружище, до свидания. Ну чё? Чекпоинт рич, уже. Слушайте, надо было ставить следующую сложность. Короче. А можно так? Нельзя, наверное. Бегу не я. Кто бежит? Мне нужно забраться вот сюда. Да, спасибо. Нужен щит. Я поняла, зеленая херь — это щит. Отлично. Угол зрения, забыл, как оно расшифровывается. Сейчас тебе покажу видео, я так понимаю. Field of View 90. Разговоры, команда SR активна, да. Так, все еще. Так. Очень много таков. Нужно все обсматривать. Все обсматривать и не так мотыляясь мышкой, потому что у меня начинает кружиться голова. Адово причем. Теперь меня интересует не наверх. У нас сегодня на вышивальном стриме была совершенно замечательная тема, я считаю. Совершенно очаровательная. Штучки лежат. Звук нормально, огонь. А, маски из папье. Маски — это к нам пришел новый зритель, который нам показал, какие штуки он делает. Собственно. Thank you.
вот, и это были штуки, которые он делает. О! О, окей. Я понимаю, можно бородатый связать. Но вообще забавно, что вот это вот момент того, что ты можешь только бегать, а на нажатие шифта ты переключаешься на ходьбу. Что это? Граната, я понимаю. А на нажатие шифта ты переходишь на ходьбу, но в принципе тебе сразу говорит, насколько, что игра вся про интенсивность. У котиков тут свой дум, да, стопудово, у них дум с креслом. Я вижу ребят. Тут сзади, вижу. И здесь не надо перезаряжаться, что опять же точно так же нам намекает на интенсивность игры. Че, все что ли? Я рассчитывала. Так, меньше крутить мышкой. Начинает крутиться голова. Начинает подташнивать аж. Пропустила секретку! Подсказывать! Код красный! Квирин, дальше первого прохождения не зайдет. О, Наташа меня отлично знает. Где карточку взяла. Лезь на две. Прикольно. Я поняла. Окей. Окей. Смотреть по сторонам. Оп. Ну ты просто бежишь, ты такой весь бежишь себе. Нет? А я могу вообще? Нет, еще раньше секретка была. Да, кто знает, может я стану одержима, начну спидранить его. Мы ж не можем знать, правда? Я, короче, поменяла себе амбушюры. Правильно они амбушюрами называются? На наушниках. И теперь это ад и Израиль, потому что это неудобно. Дельмантиновые были... Простите. Были мягкие. Очень. Были очень мягкие, а эти твердые, такие жесткие. И прям я чувствую, что у меня на ушах что-то есть на голове. Прям непривычно, непривычно. Так, стоять в момент. Сейчас посмотрю сначала. Я видела там штуку, я видела штуку. Сейчас я... Ага. Одна штучка у нас появилась. Оп.
These upgrades improve resistance to environment and explosive damage. Ну, я думаю, мы обойдемся пока что. Пускай лежит. Еще в самом начале на этой карте. Первой локации до выхода. Да, потом Вика будет участвовать в турнирах на спидран. Именно так. Окей. Ладно, назад я возвращаться не буду за той секреткой, но если вдруг что, вы говорите, когда я начинаю пропускать. Слушайте, они орут. Вы говорите мне, если я пропускаю. Я не знаю, где секретки, я просто мчу куда надо. А я думала, ты мне... Ворота из классик Дума и рычаг рядом. Проблема в том, что я не знаю, как выглядят ворота из классического Дума. Классического Дума. Ребя! Пошел нахер, пошел нахер. Так, ну вот я, собственно, сам с собой иду. Ну, чё? Чё, как? На спидране чужого. И это тоже. Спидран чужого. Спидран Дума. Вот там дойдет до спидрана всего остального. Я думаю. Так, ну, то раз спидранер навсегда спидранер, оно ж так работает. Так, можно вниз пройти, можно вот здесь посмотреть. Давайте мы здесь глянем. Так, парень, я вижу, ты мертв. Я уверена, тебя полностью устраивает твое состояние. Я спущусь вниз. Вот когда у нас пойдут боссы, а я уверена, куда отрасти. Стань. Где? Не, парень, 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 стой, 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 стой. Тихо. А я уверена, боссы пойдут. Вот там мы посмотрим, насколько твиндец. И надо еще, я надеюсь, здесь можно скачивать эмо оружие всего. Потому что вот этот вот постоянно лоу эмо меня не устраивает. Что это дробовик? С дробовиком ты счастлив. Невероятно. Всегда. Fuck are you? Open, bitch. Knock-knock! I am the one who knocks. И все вот это вот. Здесь нет. Погнали обратно отсюда. Мне интересно, как вам туда забраться. Можно ли это вообще? Хотел бы из-за колбалики. Это была карта. Очень жаль. Я рассчитывала, что это пикап, который опускается. Пиксельная, где-то тут. Для стрима спидрана есть, ну, это надо, знаешь, надо тоже уговорить их. Хитрожопые спидранеры, которые специально выбирают малопопулярные игры. Я могу такой стать. Вот они там за решеткой рычаг. Так, еще раз. Еще раз, вот они, где? Вот они где, мне кажется, я немножечко упустила. А, вот эти? Нет, это не пиксельные. Они не пиксельные. Так, тихо там, свет. Справа рычаг это нет.
Подожди, где? Вот дверка. Рычага я не вижу возле дверки. Викуль читает чат с опозданием чуток, да, сорян, ребят. В смысле, это лево? Вот же право. Вот же право. Ты не справа. Это ж право. За решеткой желтой зайди в нее. За желтой решеткой. Я не понимаю, чуваки, куда идти? Я хочу туда, я не понимаю как. Дали смайл надо использовать, да. Я смотрю, вот, я смотрела на вот эту решетку. Вот на эту решетку. Ай, ебическая сила, господи. Пол! Да! Тихо! Дружище! Решетки был. О, блин, прикольно. Так, окей, жмем. Все? Все? А, мало. Какой-то лезгинка врубается. Да, звучок, конечно, такой себе. Кусочек старого уровня, но из меню потом можно будет полный. О, прикольно. Anyway, теперь мы можем спокойно пойти утонуть остатки. Которых, собственно-то, нету. Остатков-то нету. Понимаете? Go on! Who the fuck are you? Окей. Го в оригинальный дом. Так, charged burst explosive shot. Естественно. Можно купить? Как это купить? И можно вот это убрать? Это не то. Звездочка дисмисс. Звездочка что? Дисмисс. Все, дисмисс. Уберите! Can be activated by using the weapon mod. Choose which mod you want to be activated. Use weapon upgrade to improve the capabilities. Вафельштейн по вафельке, да. Давайте мы найдем кнопку.
отлично. За что? Так, я подозреваю, здесь просто несколько способов перейти куда надо. Единственное, что мне будет здесь неприятно... Стоять! Неприятно это ребята, которые тебя притягивают язычком своим. Я туда не хочу, потому что я пропустила кучу всего, чуваки. Которые тебя лёг... штука. Вольфенштейн у меня стоит. Знаю, как открывать классик уровня. Да. Кармак. Кто такой Кармак? Бедный дроид. Тебя обидел ни за что. Мне стыдно за него. Так, это проход хрен знает куда. Вот тут непонятно, опять же, те игры, в которых ты не можешь понять, тебе куда идти-то, собственно. Непонятно, куда идти, потому что, как бы, туда вроде проход норм, сюда проход норм. А в итоге... Там я ешка написал про тестеров, а тестеров не было, как у многих сейчас игр. Нет, не, никто ничего не тестировал. Я вижу просто. Очень жаль, набивал бы в карман. У тебя силовая броня, я уверен. Бил бы карманы себе. Where the fuck am I? Where the fuck? The fuck? Сюда можно? Можно. Здрасте. Where the fuck? Fuck the where? Что происходит вообще? Где я? Там был парень с... Здесь. А, нет, это был просто парень, которого надо было ударить. Окей. Сцена прям сначала вели на 100, сразу его скипнешь, когда убьешь, чё? Кармагеддон. Кто такой Кармен? Да кто такой-то? Я не знаю! А, все понятно. Я здесь ничего не пропустила. Гайс. Тихо, тихо, стой, 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 стой. Хоть сюда! Эй! Стоять! Монстр.
Окей, я ж не монстр. Про Джона Ромеро. Ромеро — знакомая фамилия, но я скажу, пожалуй, что нет, не слышала. Крошками. А потом будет проблема, где я была, где я не была и куда мне теперь идти. Я нашла. Вот эту штуку надо еще, и одну секретку надо еще. На карте. Вот этот кусочек я не нашла. Не открыла. Не сходила сюда. Кармака Ромеро Боги. Ромеро второй отец. Ладно. ДНДшники упоротые. Мы с Натахой рассказывали вам уже про дикую совершенно нашу игру, как дикую. Нормальная идея в целом. Я тоже умею вот это вот все делать. Слушай, с напрыгивания убивать вас. Вы тут не особенные в этом. Бла-бла-бла-бла! Сюда иди! Дурбецело! Спасибо! Fuck you! Чё, где? Иди сюда! Не поняла? У меня патроны кончились! Камцумер! Тельняшку! Не могу, под тельняшкой нет ничего! Я вообще-то хочу вот сюда. Здесь кусок, в который я не зашла. И вот кусок, в который я не зашла, гляньте. А там что-то лежит. Здесь карты нет, непонятно. А, сейчас софтвер вышел в American McGee.
Да, да, по крайней мере, элементарно по той причине, что Алиса, вот это вот American Magis Алиса. Кто шипит? Я не шиплю, и вы не шипите. Потому что шипеть не культурно. Чё тут? Ровно нихера. Пошли отсюда. А чё тут? У меня нет вот этого оружия. Я категорически против того, что его у меня нет. Я категорически требую его себе. А то ж как так-то? А могу я? Нет, говно ли я? Могно ли я? Камон. Давай! Strong independent man! You can jump wherever the fuck you want to jump. Каждый раз, когда я говорю «Хоба!», я вспоминаю Наташу с её этим «Хоба!», с её «Хобом». Да ладно! В карманы суй! Суй по карманам! Парень! Пригодится! Пак! Или тащи с собой тележку, я не знаю. Так, что происходит? Это не работает, окей. Карта. Так. А, собственно, вот здесь, я так понимаю, конец уровня. Но я не нашла пипяки. Ребя, I need your help. Я складываю ответственность в себя и возлагаю ее на вас. Возвращаться, не возвращаться, но это возвращаться, блин, до фихуа. Вот сюда еще ладно чуть-чуть. А вот сюда прям до хера возвращаться. Потому что до самого этого. Здесь был спуск. Вот здесь была карта. И вот сюда я вроде доходила. Я ж подобрала там пипяку какую-то у парня. Я сюда была. Doom Slayer! Ой, да в жопу, короче. Я буду просто в следующий раз внимательнее. В следующий раз, когда я... Здесь же концовка не зависит от того. Discover. Now 221 accident-free days. Но эту мы знаем в самом начале, я пропустила. Эту мы уже поняли. Итого. Давай переигрывать! Не, можно. Все, еще пока что еще можно. Но к чему вернулись с тех пор? Ghostbusters! Know your enemy. Переигрывать, в смысле переигрывать, ты имеешь в виду вообще весь уровень отдельно? Hello, I am Vega, the sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the Praetor suit,
It appears that I can activate optional challenges that, when completed, will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. Weapon upgrade points. You can view the requirements and track progress in the mission tab. This here tab. Так, ну это понятно, все. У нас открылось. Накапливается. Да это, блин, это пипец. Кто что делает-то? Вы мне апните сначала capacity дропа. И не в продакшн, конечно, но тоже сойдет. Слышь! Вопрос есть! Вопроса нет. Интересно, у чуваков, которых этих ребят озвучивали, тоже кровь горлом шла? Можно бочку перед собой пить? Понятно. А русский текст не останавливается. Хватит орать! Я бы к вам пришла, но я понять не могу, как. Челлендж комплит, у меня челлендж был. Глянь, что умею делать. Я напряглась. Такой пальчиком, такой пульт. Подлокотник, да. Especially now. Случайно. And what will be your final moments in this world? Три челленджа выдают перед каждым уровнем. The human sacrifices, the hell portal, the demons. It's all true. Оливия Пирс. My sisters and brothers, be thankful. You will be the first. You will have a seat alongside them, just as I will, in what will become the new world that they create for us. Starting now.
было обязательно. О, у нас тут дохера всех этих самых. Kill two of the possessed with one trigger pull. Find three secrets. Так, короче, здесь дохера всего, guys. Мне когда... I believe in honesty. Especially now. Ой. And what will be your final moments in this world? All the rumors, the human sacrifices. Уэ. Туда мы были, а вот там что, откроется дверь? Так, где? Покажите мне, где? Где я не увидела передачу? Закрой! Этих можно, наверное, не тратить, дрободан. Можно тратить, типа... Куда смотреть? Вон там, где? Наташа! Ой, да заткнись, слушай! Они внизу там, да. Чё, где? Где чё? Каска! Аминда! Секрет. Я нашла секрет. Секретки. Секретки. Здесь смотрел только маленький кусочек. У меня глаз еще не наработан на секрет. Чё? А? Момент. Экшон, тихо! Ты ж умные все стали. Ооли, макароли! Умные все стали, а? Рычаг в первой карте. Рычаг в первой... Первая карта уже, да. Очень умные. Очень умные! Я не сомневаюсь. Hi! Hi, Сутерин. How are you? Так, это вот эти ворота. Нужен рычаг. Да?
Над ними. Да, говорите, я же уже говорила, что мне надо подсказывать, потому что я не... Я не вижу. Я его потрогала, да. Это непонятно. Так, окей. Ну, забавно, забавно. А... Бешеная женщина, пошлите от нее подальше. How are you, Сотериан? Мы знаем. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown. Слышу. Demon friends eliminated. Lockdown disengaged. Все? It was fast. Бум. Удар на каждого, ну мама сейчас все сделает, мама сейчас все и всех порешает. Just you watch. Все обсмотреть, пересмотреть, посмотреть. Сюда мы не запрыгнем. Окей.
Я надеюсь, что вон там внизу ничего нет. Никаких секретов. Потому что это было бы несправедливо. Но наверх нам надо. Here at the U.S., we take pride in nurturing a growing workforce, and each year we harvest only the best of the best. Are you ready to move on? To take on new challenges? To become more than you ever dreamed you could be? Talk to your supervisor to see if you meet the requirements for this year's sole office. Прилетел с этого чем so далеко. Понятно. Так, теперь есть вопрос. Вот эти патроны. Это непонятно, от Chainsaw или не от Chainsaw. Свет на пару, свет хорош. Да, вот он. This is my first zoom. The UAC. My very first. First one. What the fuck? Hello? How are you? Запулил, слышь? Просят не в лицо. Никто не любит в лицо, когда его бьют. Окей, теперь вопрос. Топливо, значит. Топливо. Все еще, вот это, топливо. Это все еще, ни хрена не топливо. Окей, never mind. The Drunken Whaler. What we gonna do with the Drunken Whale? Fuck you all! We take pride! Yeah, I take... I take Lutsis! И вот сюда бы я хотела пройти еще раз. Пейнсо. На ней где-то написано. То есть. То есть. А как мне туда пробраться? На место. И вон там штуки. Здрасте. Как бы, собственно, здравствуйте. Куски. Страшно же, испугалась я! Access denied. Yellow security limits required. Fuck. Knock-knock. The UAC. The world is counting on us. Ну вон там чувак сидит. А!
Gracie. We take pride in nurturing a growing workforce, and each year we harvest only the best of the best. Are you ready to move up? To take on new challenges? To become more than you ever dreamed you could be? Talk to your supervisor to see if you meet the requirements for this year's soul harvest. Так. How do I... И вот здесь есть тоже выход, наверное. Чё надо? Отвали. Всё, нашла. А у меня больше нет вопросов, я нашла. Цветок! Так, ну это не считается за секретку. Obviously. Всё ещё как бы туда попасть. Ещё раз. One more time. Можно в Дискорде запилить иерархическую структуру войс-чата, чтобы склады общались между собой, а по кнопочке курящего был... Ой, я вот это хз. Я не знаю, настолько тонко... Нет, я думала, может по бочку пройти. Нельзя по бочку пройти. Отвали. Ой, глянь, там парень! Thank you. Bye-bye. Thank you for cheers. Опять не работает! Я только что все чинила! Bye. Thanks for stopping by. Secret. Оно мне засчиталось как секретка. Две. Первая, последняя. Окей. В смысле, не работает? Вы орете и делаете мне... Сейчас, подождите, ребят. Момент, я проверю. I refuse to. Это надо идти чекать непосредственно непосредственно с программкой со мной. Так, во-первых, как бы тут такое дело, я все еще пропустила там вещи всякие. Мне интересно, как их не пропустить. Может, вот это вот? Как? Вот это. Что за происходит? Вот здесь. Да, done.
Я вообще-то рассчитывала, что я смогу пройти. Ща не пугайся, в смысле ща не пугайся. Ох ты ж, ёб твою мать. Откуда я пришла вот отсюда? Вот здесь кусок прогавлен, вот здесь кусок прогавлен. Слишком дохера всего пропущено. Нет, туда мне надо, я не пойду. Access denied. Yellow security limits required. Yellow access only. Да в смысле? Да я не хочу! Как отсюда выйти? Видите, надо выйти! Пустите меня! Хватит шипеть! Ладно. Блин, да это не то место, где я хочу быть. Access denied. Yellow security limits required. Натаха, можешь пойти проверить, пожалуйста, эти бицы? Не сломалась ли там тоже вот эта вся хрень с пипяками? Whole thing starts with a box. A box? Is it steel? By the box. Is it steel with the box? A box. How delightful, a box. If you please. Спасибо большое, Вияешка. Я выпадаю из кадра, но anyway. Спасибо. Спасибо. Эти штуки даже можно сделать громче, наверное. Настроить сейчас. Тихо! Тихо! У нас одно чинится, другое ломается. Спасибо, Вияешка. Может, даже на максимум. Ну так, выкрутишь еще звук всех этих штук на максимум, пожалуйста. Бип-бип. Я даже зачитала. Гугловик зачитала. Гоо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 о
Bye, bitch! Oh, oh my god, hello, bitch! Ну не того же, ну куда же, ну что же вы делаете? На более высоком уровне сложности их было бы больше. Кстати.
все. Неси. Все по плану. Все по плану, тебя никто не убивает. Так, алые одно но. Как вам туда забраться? Где я? Где вот здесь? Есть проход. Вот сюда. Выше уровнем надо. Я выше. Чё? Блин, пипец, это как тебе хрен разберешься, Рив? Ну, посмотрите на нее. Адовая. Вот кусок минус. Вот кусок минус. Вот здесь куски минус. Ну как так-то? Раз, два, три. What? Say what? Музон можно чуть убавить. А, прибавить. Нормально, я вовремя альтапнулась. А это... А где вторая повещалка была от VAE? Короче, надо делать все громче, потому что... Что-то, короче, музлок делаю громче. Ни хрена не... Не слышно, не видно. Я сделала на максимум все. И себе выкрутила максимально еще. Могу себя сделать тише, чтобы когда я ору, вам было не пугально. Never had a friend like me. На-на-на, на-на. Да я не у тебя выкручиваю. В смысле, не твою эту. Наташа, я в ОБСе выкручиваю. Так. Что мне надо? Карта не нужна. Где-то подо мной. This is a thing called a present. The whole thing starts with a box. A box? Is it steel? I don't know. Is it filled with a box? A box? How delightful, a box. If you please. Еще раз спасибо, Вяешка большое. Вот теперь, да, оно как раз будет. Может, я предыдущий плохо услышала. Спасибо, Наташа. Предыдущий прям было плохо слышно, я его еле услышала. Себя ставь как есть, а вот музыку бы как погромче. У меня все полностью выкручено на максимум, звуки, внутренние звуки. Типа плюс у меня вот здесь тоже максималки стоят. Я могу сделать только сделать себя потише, чтобы вы могли все сделать громче. Дропы, кстати, убрать. А у меня кадров пропущенных не было, кстати. Ну, слава богу, потому что не задолбало, конечно. А оно зависело от суммы платежа раньше. Там, короче, оно добавило разные категории, которых добавлять не должно было. И вот это у нас поломанное было из-за того, что были добавлены категории, которые... приоритет которых был выше всего остального. Мы убрали эти категории. Оно должно работать теперь нормально. И, собственно, оно работает нормально. Но! Сломались бицы. По какой-то причине. По какой-то причине сломались... Блин, вот как туда попасть-то? По какой-то причине сломались бицы. Песенка забавная, да, про Never.
Чё-то? Я вообще все еще. Ну, короче. Вы не забываете мне подсказывать, да, где? Здрасте. А, к слову, ну это у меня что-то же. Не би! Собственно, что я хотела сказать? Fully modded. I have two mods available for a weapon. You can quickly switch between the back pressing K. Понятно. А я могу? This is a thing called a present. The whole thing starts with a box. A box? Is it steel? Is it filled with a box? A box? How do I do? А этот работает. If you please. А этот работает. Теперь. Понятно, короче. Ну, видимо, ты починила, поудаляла там всю эту хрень, и оно починилось. Слава богу. Фак. Лепопу. Лепопу! Куда я отсюда могу попасть? Могу отсюда попасть в никуда. Как? О! Ёбаный мой, господи, испугал. Твою мать, шо ж кто так делает? Твою мать. Все еще твою мать. Желтая пипяк. Пупыщ! Спасибо, Иш! Пупыщ! Тынц-тынц! Работает! Работает! Яррррр! Так, Наташа все починила. Не надо мне вот этого. Все, почин Наташа все сделала. Почин Наташа. Почин Наташа. Почин. Почин. Не, почин Наташа. Две. А! Ёб твою мать. Нормально! Здрасте! Не, все, никто меня нет. Никто. При тем самым херово все. UAC, the world is counting on us. How committed are you? У нас было два прохода, кстати. Желтый был еще с другой стороны, вот здесь. Jump! Motherfucker, jump! Motherfucker, jump! Access granted. Open the doors, please! Thank you! Только мне нихера не надо. Что это было? Security level yellow. Area lockdown override. The whole thing starts with a box. Box? А эту херню мне не открыли, да? О, вон проход. А как туда? Может как-то... Как-то же тебя должна мочь это сделать. Сорян, я думала, оно вот здесь откроется, но не открывается. Попался на эту уловку. Да, это кошмар.
находится. Из кошмара на улице Вязов. Это... Как? Чуваки, как туда попасть? Простите. Потому что вон там этот проход сраный, вот он. А может с внутренней стороны? Подождите. Зря вы мне сказали про штуки, yeah, которые здесь коллекции, блядь, вот эти вот все, потому что сейчас все, Сахар Бичес, вот это вот, и все вот это вот. Так, мне, а ну-ка, open the door space. Я наверху! Окей! Ща! Ща! Не можно! Кошмар на другой улице. Глянь на коридор сверху. Мне нужно вот сюда попасть. Вот сюда. Протискиваться с другой стороны, где брала улучшение на оружие, я помню. По-твоему, где я брала улучшение на оружие? Да фак и здесь. На то филд дрона я нашла, элитных гардов я не нашла. Это что? Дата лог. Здесь у нас, собственно, элитный гард. Армор. Или вот отсюда, где ты перепрыгнул. Здесь что ли ящички туда-сюда летали? Они тут до сих пор летают. Так, а туда как попасть? Если там есть лут, значит, туда попасть можно. Как? А если вот сюда ящички, вот эти ящики ты имеешь в виду, летали туда-сюда. Я еще упаду? А вот куда ты смотришь, там рядом кнопка остановки. Кнопку я здесь не вижу.
motherfucker, jump! 5 баллов. Glory kills. Including from above. Откуда? Сейчас будет. Anyway. Отвали. Турбецо. Где сраная кнопка? Чуваки. Никакого экшона. До тех пор, пока мы не найдем сраную кнопку. Чего эти патроны, интересно? Отсюда наверх. Отсюда откуда наверх надо поставить телефон на зарядку? Может быть тут внизу есть кнопка? Но вряд ли. Стою. Просто стою. Назад. Вот это, кстати, сейчас авто... Вот это очень круто смотрится. Вот отсюда наверх. Вот отсюда наверх. Сюда мне не надо. Так, окей, этот кусок мы открыли. Но проблема в том, что нужно дальше. А как дальше? Вот тут я уже по полностью хз. Самый страшный монстр — это гравитация. Изи. Вообще на изичек. Хотела типа вот как бы вот сюда и вот этот кусок еще, мать вашу, обсмотреть, вспомнить, что здесь лежал тоже лут, и все выйдешь по ящичкам наверх после сохраняшки сразу. Сейчас пойду. Как выйдешь? После сохраняшки сразу. Сохраняшка была вот здесь. Отвали. I see clearly now.
Сохраняшка была вот тут, по ящичкам наверх. По каким ящичкам? Но это только до определенного куска меня доводит. Или мне не сюда? Уровень, что повыше, ты вот этот имеешь в виду? Вот этот? Это дерьмо, я считаю, потому что сейчас можно на этом тусить просто 100 тысяч миллионов лет на этом говне. Хотя там, тем более, ну там вот этот чувак, единственное, что из вкусного, там лежит этот чувак. Ненадолго разучился играть в WoW. Надо было вайпнуть. Ты пачечку вайпнул. Неплохо. Забыв убрать пэта под прыжками. При патче нового дополнения Донны приказали на жесть. В жопу, короче. Access granted. Я сейчас буду миллион лет делать это все дерьмо. Ну а как-то же я добиралась до этого дрона. Welcome to the UAC's Mars installation, located in the vast Hellas Plain impact basin. Но меня это не устраивает. Pushing the boundaries of the imagination each and every day. As a valued employee, your loyalty is more than just a commitment to the UAC. It's a commitment to the future of mankind. Thank you for your service. Что это? Охотники всем.
где? Сюда иди. Это что за дерьмо? Стоять! Знаешь что? Знаешь что? Стоять! Ща мне жопня? Ща мне жопня! Больше. Guys, пока я в берсерке. Come on, let's play. Никого нету. Я ведь тут и спрятался. Лапушка ты мой сладкий. А я была в огне. Не было на коне, на таком конище я была. В таком огнище, на таком конище, что просто омага. Две брони это слишком, в смысле две брони это слишком. Ну просто я не могу понять, я не хочу там тусить миллион лет, потому что мне непонятно куда идти, я не могу вспомнить куда идти. Я сейчас здесь все зачищу. Я почищу все здесь сейчас. Так, это лифт. В жопу лифт, в жопу розы. В жопу лифт, все в жопу. Мы сейчас почистим здесь, посмотрим, чё как. Абьюз простыл. Абьюз, ты прям как я, тоже неудачник, который летом простывает. Тоже мороженки обожрался, или ты чё? Просто, если бы ты мне, ВИЭшка сказал прям, куда идти, чё, как, я прям охотно вернусь. Но мне непонятно, куда, я не могу вспомнить, куда мне идти. Мне ещё надо как-то наверх подняться. Все мы неудачники, да? Что нахер иди? Так, окей. Как это вот сюда? Как я туда забиралась? Кто мне скажет? Тут я забиралась.
Здесь еще проход, тоже как туда. То есть как бы все отлично, блин, нихера не понятно, как забираться нужно мне точно. В смысле? Мою испугал. Так, окей. Куда-то мы забрались. Куда-то. Непонятно, куда пока что. Время. Смотри, автомат. Полностью аллергическая аллергия из 4 чашек сверхъядреного имбирного чая, слизистый горит огнем, сопли, хромой кошка. Может быть, да, продуло после купания, потому что если там ветерочек и всякое такое, то вполне себе может быть неприятно. Подождите, выход где-то был. Так, отсюда я упала. Туда я бегу. Where the fuck? Окей. Hold ye! Это дерьмо. Я тут была. Еще нельзя было выломать что-то сразу. Так, окей. Здесь мы почистили. У нас осталось все еще. Смазывать оружие надо. Не-не-не, снаружи. И снаружи тоже. Снаружи это warpaint, а изнутри это уже для... Стой, простите. Где стоять? Куда вернуться? Там, где я нашла оружие или там, где были монстры? Мне тоже, кстати, кажется, что аллергия от имбиря, ну, имбирь разве аллергическая штука? Какая-то концентрация плюс лимон и черный перец. Это наркоман. Сжечь слегка. Ну, если бы ты сжег слегка слизь, то мне не кажется, что от этого были бы сопли и... То есть могут быть там кашель. Многие штуки. Ну, просто опять же, с имбирем можно было просто вполне легко себе сжечь слизистую, потому что с имбирем, блин, надо же аккуратно не обмазываться им во все стороны, не обтираться. Так, что куда я ходила дальше? Welcome to the UAC's Mars installation, located in the vast landscape. Лаган. Теперь есть вопрос на тему того, как попасть наверх. Кто вообще делает эти карты? Эти карты вообще тестируют после того, как сделают? Как бы.
что у тебя аллергия от пыли? Я бы знала, как эти все пипяки заберут. Да ладно! Come on! Ну как это же, я должна быть способна. Это компас, мне надо понять, как добраться, куда мне идти, я знаю. Мне надо понять, как мне вон то замшать. Его туда. Тут кто-то это заговорил. I'm blocking your access to the facility scanner. Come to the Vega terminal, and I'll give you what you need. Пробудь начертанной крови не шутка. Разрабы так помечают. Серьезно? Наркоманы! Так, чё, чуваки, фильм смотреть идём? Он садится, 4% осталось. Сейчас интересно. Нахер, нахер. Как принц Персии потёртый синдром и кровавые следы конкретно тут на ящике и на парапет. На... Ой, да, это короче. Я не могу понять, на какой ящик сейчас опять же начну искать. Мне просто всегда бесит это моё... А, чё, куда? Полтора года вот здесь проведу, полтора года вот там проведу. И никуда в итоге не успею. Опять же, сидела, искала, думала, как эту хрень забрать. Она забирается вот здесь. Страшно, капец! Настолько страшно, что пойду сброшусь. Так, чуваки, остальные, кто смотрит этих пиратов? Чё как? Написала мой стиль игры в Dishonored. Ну это интересно, я не буду. Так, окей, ладно. Points и пускай и будут available. Мы ждем важных,
важных этих... Ой, простите, важно... Не то, что в этом... Как это зовут? В... Ну, камон, давайте. Не, все, я их убила, типа. А, как в... Давай. Нет? Интересно. Короче. Важных обновлений ждем. Вот. Мне... Куда мне? Мне вот туда, значит, мне сюда. А я могу туда вообще пройти? Мне кажется, я могу туда пройти. Туда не надо сейчас вот это вот делать. Геройствовать вот это вот. Могу сделать вот так. Это мне дало мало. Да, спокойной ночи, Сик. Хороших снов тебе. Хороших, отличных снов. Спокойных, чтобы тебе хорошо во сне было, замечательно, никаких проблем, никакого вот этого вот всего, где я спокойно не наезжай на игру. Можно пиратов пораньше. Все уже, пиратов пораньше уже все. У нас, кстати, сегодня последний, да? Так, окей, сейчас мы теперь заходим тогда в новый, в новую локацию. Идем пиратов смотреть. Ну, на дом, конечно, надо... Можно? Спасибо. Прям вот это вот задорное настроение нужно. Миллионный раз один и тот же путь. Меня все еще интересует, путь вон туда. Может, здесь как бы вон там проход есть, собственно. Спустишься на лифте, будет стоять один единственный ящик. А, Jesus, господи. Можно? А я застрял? Я застрял. Всё. Open the doors, please. Так, обжёг, собственно. Бежим по раз. Неплохо получается. Обосрались.
Ну да, я в шутеры... Я давно в шутеры не играла, кстати. Причем так, прилично давно. So... Like, where the fuck do I go? From here! Fall damage нет, теперь мы знаем. Это хорошо было узнать. Так, а нахера сюда? Я помню, что... Чё здесь? Здесь же есть ровно нахера. Стяг, который мы сейчас врубали, нам сюда не надо. Это что? Это что? О! Мя-мя. Так, окей, здесь мы все собираем. Так, ну я подозреваю, здесь все, да? Там не пропрыгнуть, чтобы зайти вот сюда, в ту сторону. Я пока хз как. Ту, это вот сюда куда-то. Нам нужен первый сейв. Первая сейвуля. Так, прыжок, плиз. Прыжок, да, прыжок в куля. Звуки, когда они исчезают, они мне очень делают некомфортненько, потому что кажется, что кто-то еще появляется. И когда вы увидите сейф, дайте знать, пожалуйста. Ой, я тебя вижу. А, да, так можно было, да? Ладно, окей, never mind. Я не... R, видите, да? Я пытаюсь перезарядить оружие, и оно меняет эту... Новая пушка. Новая пушка, причем что у меня такая есть, походу, уже. По-моему, вот она.
То есть вообще норм, да? Мы же включили пипяку, он открылся. Зачем все пушки? Не, ну я сейчас заюзала пушку. Но дробаш тащит. Дробаш тащит. Чуваки, вы не можете спорить с этим. С тем, что дрободан огонь. Так, мы идем, окей. Ну ты видел, что я стою. Ну ты видел, что я стою. Это вторая. Token Gain. Это всего лишь вторая. Я думала на самое высокое, но что-то засало чуть-чуть. Немножко. Немножко засало. Так, и это мы к выходу идем. У нас не собран еще один, типа, этот Айнане, элитный гард не найден, какие-то клетки не найдены и три секретки. Ну, это, собственно, что-то в этот раз есть. А, ну да, одна секретка, понятно, мы до нее не дошли. Другой дробаш, который прям... Сейчас я... Сейчас перезвоню. Сейчас, момент, ребят. Сейчас я телефон, подождите момент. Сейчас я. Ой, мать его, чуть не упала. Секунду. Снайперка, супергауссовка и пулемет, который тоже тащит. Хрена себе. Так, окей, челлендж комплит, челлендж комплит. Чё, куда я пришла? Все правильно, пришла. Так, дробаш. Гранаты бесконечные. Жопа, подождите, а как кидать гранаты? Потому что я б кинула! Я б вкинула парочку гранат! Мне кажется, наверное, в какой-то момент будешь понимать, где может сидеть
где может сидеть секретка? It's a gift. Take it. It will give you strength, help you on your journey, if you can withstand the power surge. Самоподрыв. Окей, давай брать. А, по-моему, вот это пипяк, который надо было взять. Цел какая-то. Warning! Health Armor Ammo. Начинается проблема, потому что надо все. Давайте возьмем патроны. А патроны ли? Хелс, может быть. Засал. Я всегда так делаю. Иду не за тем, что сердце просит, а за тем, что просит голова. Ужасно. Я не лажу на балконах любимым женщинам. Чего тебе надо? Я не лажу на балконах любимым женщинам. Чего тебе надо? О, я пойду за сердцем. 61,337 UAC members deceased. 81% of the facility is on lockdown. Demonic presence through the Mars installation is critical. According to the records, Dr. Hayden, the invasion originated in the Lazarus facility. It seems that a hell wave was activated, transforming 64% of all UAC employees into the creatures you see roaming throughout the facility. The rest were killed by the demons released from their holding cells by Olivia Pierce. I feel I should apologize for what's happened here. Some of my employees took things too far. Olivia was the cause of all this. And I believe you will have to deal with her in time. You may not agree with our research, but know this. We exploited hell and its resources because it was in mankind's best interest to do so. What you now see in this facility is the cost of progress. But none of that matters now. There is an emergency in the foundry. The regulators have been destroyed and the core temperatures are now destabilizing. They've overrun the adjacent facility. If the venting turbines aren't re-engaged, neither of us will survive the meltdown. The meltdown. Okay, все, я пошла. Discover the cause. Completed. 125 HP, кстати, неплохо. Можно сейвулю? Map updated. Здрасте. Как я... Господи, обосраться можно. Что-то новое сделать нет. Бронз гай. Похоже, по крайней мере, интонациями. А, я поняла. Понятно. Так, взяли пяку. Что у нас тут? Две невзято. Не взято. Не взято у вас, Випуля. У вас ничего не взято. Так, все, переход.
Окей, ну, собственно, я могла нажать Save and Exit, потому что мы все равно сейчас пойдем перерыв делать. Блин, по-моему, будет погода. Меня смысл, что компьютер болит. Meltdown. Пираты, да. Пираты. Stop the meltdown. Так, у нас есть все эти штуки, которые мы делать не, естественно, не будем. Мы идем в main menu. Сразу. Не как обычно, а вот как нормальный человек. Выход нормального человека. В общем, короче. Ей, Doom. Я так подозреваю, он придет достаточно быстро. Я сомневаюсь, что он там супер длинный, супер долгий. Вот, придем его достаточно быстро. Да, я кушенькала. Я кушала вообще. Я кушала, когда мы вышивали. Жевала. Вот, сейчас пойду заодно поставлю опять размораживаться мясо и потом опять приготовлю. Да, йо-хо-хо и but why is drum gun? И вот это вот все. Вот, в общем, короче, оповещалки починились, ей ура, собираемся на пиратов, ребят. Так что увидимся чуть попозже. Все, бай-бай.